Как на тебя повлияли все эти разговоры про «Спартак»? Потому что они, ну, в принципе, всем очевидно, что это действительно была правда, что «Спартак» на тебя претендовал. Да ну как, ну спокойно. У меня контракт со «Столом», как бы, и чтобы клуб продать, продали бы, нет. Вопросов. Ну, ты тогда сказал, что ты хочешь биться за клуб, что-то такое, какая-то такая цитата была твоя. Да, как бы, пусть решают руководство в этом плане. Мое дело выходить, тренироваться, играть. И играть как можно лучше.